Строительство стахановскими темпами. На улице Рабочей областного центра началось возведение еще одного детского сада. По планам подрядчиков, дошкольное учреждение, рассчитанное на 160 мест, будет построено меньше, чем за год. Это будет большой трехэтажный детский сад с территориями под хозяйственные и транспортные коммуникации, а также с игровой и спортивной зонами. Как обычно вот в сегодняшней строительной отрасли, есть большие и серьезные претензии к проектной организации, которая допускает в процессе проектирования достаточно много ошибок. Но мы в рабочем порядке все это исправляем. Управление капитального строительства помогает в этом. Поэтому, в принципе, ничего страшного, ничего сложного. Все решаемо. Работы начались в сентябре. На настоящий момент проложены сети канализации и водопровода, заложен фундамент, произведена его гидроизоляция. Рабочие делают цоколь, монтируют перекрытие подвальных помещений. Большая часть средств на строительство выделена из федеральной казны. Общая сумма работ составляет более 140 миллионов рублей. Это центр города, поэтому здесь очень востребованы как раз дошкольные места. И вообще эту улицу мы привели в порядок. Если обратили внимание, буквально несколько лет назад мы сделали здесь поликлинику, которая была в таком заброшенном состоянии. Привели в порядок улицу, заасфальтировали, сделали освещение уличное. На первом этаже будущего сада, по задумке проектировщиков, расположится ясельная и младшая группа, а также хозяйственные помещения. Второй этаж займут ребята постарше, на третьем этаже будут расположены спортивные и музыкальные залы, изо-студия, учебные классы. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.